Владимир Владимирович Путин достал мыслящих людей, тех, которые смотрят не только телевизор, там и господина Соловьева, во всей, и в своей стране тоже. Я уж не говорю про зарубежных мыслящих людей, не только мыслящих, потому что туда не достают руки информационной структуры Путина. Но даже в России все больше людей начинает испытывать или прямое раздражение, или, как минимум, сомнения. И это очень опасно. Это модель величия виртуального прошлого, она ведь может уйти мирно, а может уйти с помощью военных эскапад. Вот это самое опасное. Путин проигрывает.